О вопросах патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи говорили на заседании комиссии Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Оно прошло в Новочебоксарске. Кадетские классы демонстрируют приобретенные навыки. Чеканный шаг, приемы с оружием, основы рукопашного боя. Все это ребята осваивают в течение нескольких лет. Патриотическое воспитание молодежи не просто общие слова. В республике активно развивают кадетское движение. В нем состоят уже более 4000 школьников. Создан окружной кадетский корпус, набирает обороты и движение «Юнармия». Еще одно направление работы – создание поисковых отрядов. Эффективную работу республиканских властей отметили члены комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Мы этот опыт будем и транслировать в другие регионы. Мы обобщаем опыт работы в различных регионах. И лучшие практики мы, естественно, рекомендуем и главе государства, который реализует это в своих поручениях. То, что сегодня мы увидели здесь, на чувашской земле, как здесь готовят, воспитывают, растят настоящих патриотов Родины, нашей великой России, нам очень приятно, что вот это движение притворяется в жизнь именно таким замечательным образом. На заседании обсудили ряд актуальных тем. Вопросы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и профилактики экстремизма.